Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс. Я риэлтор в Центральной Флориде, а точнее Орландо и пригороды этого города. Сегодня у нас с вами не совсем обычная съемка. У нас сегодня в гостях мой покупатель Михаил. Он так же, как и многие из вас, с Москвы смотрел YouTube-канал Юлии, прилетел, купил, победил. Это был опыт, достаточно сложно было найти. Давайте я вам вкратце расскажу, потом дам слово Михаилу. Значит, у нас ценовая критерия была 120 тысяч. Нам нужно было найти кондо в очень хорошем районе, в хорошем состоянии, отремонтированное. В общем, мы ездили, можно сказать, по всему Орландо, с севера на юг, с запада на восток, смотрели очень много листинга, все, что было на рынке, мы ничего не могли найти такого, чтобы ребятам понравилось. А Юля, возможно, если будет не стыдно, выставите квартиру. Конечно, обязательно. Чтобы вы сравнили, что мы смотрели, что мы нашли. Вот, и в конце концов выходит, ну, буквально чудо какое-то, на самом деле, на рынок. Мы уже отчаялись, потому что мы не хотели двигаться выше нашей цены, нашего бюджета. Мы нашли кондо, которое стоило 122 тысячи. Опять-таки мы вернулись в Метровест, про который мы уже сняли кучу видео. Ну, вот опять наши дороги привели в эту часть Орландо. Значит, мы приехали сразу же посмотреть это кондо, как только оно вышло на рынок, влюбились в него, послали офер, чуть-чуть поторговались, мы его купили за 120 тысяч. А выставляли за сколько? За 122, но на самом деле эта цена была хорошая. Очень хорошая, реально очень хорошая, потому что то, что вы увидите, что они сделали с этим кондо, это реально как бы стоит того, и цена на это кондо, оно вырастет. А сколько на рынке простояло? Один день. Представляете? Мы были первые, кто посмотрел. Я сразу приехала домой, послала офер, сразу поторговались и зашли под контракт. Комьюнити, я вам скажу, просто шикарнейшие. Здесь два бассейна, фитнес, теннис, баскетбольная, теннис, комьюнити закрытая, ворота. Здесь охрана сидит на воротах. Строгая. Даже, честно говоря, мне очень сложно проехать. Меня только что 10 минут там морозили, чтобы меня пропустить, как риэлтора даже. То есть реально сюда, ну, очень сложно попасть. Безопасный комьюнити, очень красивый вид, и озеро, и сам по себе комьюнити чистый, ухоженный. Дома выкрашенные, крыши новые, помененные. То есть они делают свою работу, это HOA. Я вам позже расскажу уже в кондо по цифрам. А сейчас вот я хотела бы у Михаила, спасибо вам большое, что вы мне доверились, Михаил. Расскажите, как вы вообще нас нашли, так вот кратко, и какой ваш опыт был с покупкой недвижимости в Америке, и что вы думаете об Орландо? Ой, Надя, ну, в первую очередь, спасибо тебе большое за этот опыт, за поиск жилища, как сказать, недвижимости моей мечты. Моя мечта сбылась, и это очень круто. Это был неоценимый опыт, было, ну, достаточно много положительного. Если, например, в Москве, в России вы попробуете найти квартиру 30 квадратных метров, то это вообще не будет для вас труда. Здесь же маленьких квадратур не бывает. Здесь, например, квадратура начинается от 60 квадратных метров, от 70, что большой плюс. Что еще? Что, естественно, на территории, как Надя уже говорила, есть бассейны, есть фитнес-клуб, есть ресторанчик. То есть все для комфортного проживания. Вот. Сколько у вас времени ушло, чтобы найти эту квартиру? Расскажите. Ну, кстати, я хотел еще Надю поздравить. Это очень быстрая сделка, это очень успешная сделка. И, в принципе, мы закрылись за месяц. То есть со всеми поисками, с клозингами, все это произошло очень быстро. Мы закрылись очень быстро, потому что у ребят была наличка, кэш. Мы закрылись, у меня, честно говоря, настолько быстрого клозинга, наверное, не было. Титульная компания работала очень быстро и оперативно. Нас закрыли даже раньше, мы должны были закрыться в конце декабря, а закрылись 23 декабря. Да, через 9 дней. Через 9 дней, да, это было очень быстро.
Вот, а теперь Михаил обладатель прекрасного фонда. Михаил нас проведет в его жилье, в его новые кондо, и мы посмотрим что-то как. Что-то. Ну, пошли. Вот, смотрите, какой шикарный вид. Всего лишь с лестничной площадки. Так, проходим. Добро пожаловать. Проходите. Спасибо большое. Это кухня с линолеумом. Угу, как у вас тут все классно. То есть здесь полностью сделали апгрейд. Обновили и пол, и кухню. Все кабинеты новые. Техника новая. Отлично. А комьюнити какого года? Я забыла. 2000 года. Ну, в принципе, нормальная, да? Да. Вообще не старая, хорошая комьюнити. А когда здесь был ремонт? Типа вот... только сделали до продажи. Для продажи. А, вообще классно. Вообще супер. Знаете, вам вообще ничего не надо делать. Да. Все новое, полы новые, кухня новая, столешница вся, бытовая техника новая. Они даже, знаете, что сделали? Они поменяли все окна. И вот эти вот двери, sliding doors, да, раздвижные двери, это новое. Не флоридские тонкие окна, а это именно стеклопакеты. Классно. И зачастую окна по рельсам очень плохо ходят, просто летают. Давайте пройдем. И вид на миллион. Да, вид на миллион, да, посмотрите. Вот так утром с кофейком. А вечером с бокалом вина. Не, классный вид. Вид очень многого стоит. Да, если я уберу, какие растения посадить. Я сейчас езжу, выбираю, смотрю, какие тут деревья поставить. Есть такие ровные жалюзи. Да. Можно даже, ну, жалюзи жалко. Ну, хотя их открыла, и уже опять-таки вид. Вот. Тут сеточка от москитов. То есть вообще классно, ничего не будет попадать. Можно здесь сидеть вечерами. Вот так вот все заходят в квартиру, ни в спальню идут, ни сразу все на лоджию. Да. Хороший она тут, размер хороший, тут можно много чего поставить. Здесь здесь хорошая мебель, прям диванчик. Пусть подписчики напишут, сделаем квартиру после ремонта, то есть когда я всю мебель обставлю, декорирую. Если будет интересно, после декорации, да, конечно, это интересно. Будет здорово, когда вы уже живете. Сделаем рубрику до и после. Хорошо, отлично. Давайте посмотрим, что тут у вас еще. Дальше. Так, полы. Какие у нас полы? Ламинат. Вот отлично. Мне ламинат больше всего нравится, потому что он теплый, не такой, как плитка, да? Да. И дерево, оно капризное, ламинат, он проще в уходе. Это у нас угол для наказания. Вот это? Здесь, я думаю, можно... Что будете? Компьютер, да, может стоять? Нет, даже компьютер, потому что он у меня достаточно большой. Я сам графический дизайнер. Понятно. Да, я себе где-то в спальне делаю уголок. Хорошо. А здесь я хочу, скорее всего, какую-нибудь винную историю сделать. Либо шкафчик с вином поставить, что-то. Здесь можно мини-рефрижерейтор. Да, для вина тоже. Поставить. Да. Нет, винную, да. Но здесь изначально подразумевался, типа, офис, там есть разводки для интернета и так далее. Но очень хорошая идея с винным уголком. Да. Мне нравится. Слушайте, ремонт мне очень нравится здесь. Посмотрите, еще это молдинги они тоже такие ремонт, классные. Они сделали ремонт, мне быстро-быстро. Да, как обычно, качество, да? Качество как обычно. Мы когда увидели это кондо, я не могла поверить. Да. Мне тоже кажется, после того, что мы видели, да? Это было, я говорю, ребята, я бегу домой, делаю офер. Я даже не спорю, берем. Здесь вот история колонок. Вот здесь будет размещен телевизор, вот провода есть, подключаются к телевизору и получается. То есть это они тоже продумали перед продажей, сделали специально. Нет, молодцы какие. Здесь же кто-то жил тогда? Ну, не знаю. Нам рассказывают, что это они специально сделали. Ну, молодцы вообще. Плюс еще по поводу этих молдингов плинтусов сделали. Я обожаю плинтуса, потому что они такой, ну, красивые. Ну, они такие, хорошие. Бывают какие-то такие, не знаю, да, ни о чем. А это такие какие-то очень классные. Сколько? Больше 20 секунд мы пересмотрели. Нигде не было плинтусов вообще. Да. Пойдемте в спальню. Давайте, пройдемте в номера. Вот здесь
Симпатичная. Слушайте, да. Не просто тебе квадратная, да, все? Да. Красиво. Эркер называется, знаете, такая система, да. У нас популярная, очень тоже классно, я тоже прям влюбился в эту историю. Вот. Да, вот обратите. Здесь даже окна, они как стеклопакеты, да. Заметили. Тоже заметили. Они, все, да? Да, они двойные, это двойные окна, а во флоре они часто чаще всего встречаются одинарные. Угу. Вид опять же тоже какой хороший. Здесь у Михаила будет его рабочий стол. Да. Вот, но это у них проблема всегда, да. Вот с этой стороны я уже все отмыл. Стой, мне еще догадка. Стой, да, стой, надо чем-то будет. Да. Классный вообще вид, супер просто. И тут, соответственно, гардеробная. Хорошая. Я уже немножко закупаюсь. Хорошая, да. Молодцы. И тоже здесь плинтусы тоже широкие. Да, мне нравится, да, что широкие такие простые, но и широкие. Ванная тоже не стандартного размера, что понравилось. Смотрите, она какая большая. Да, я считаю, вообще большая. Смотрите. И она такая тоже, знаешь, не просто квадратная, а как-то тут да, все так с интересом придумано. Все, посмотрите. Так. Проходим сюда. Если мы сюда пройдем, то мы увидим ку-ку. Это выход. Так, это вот он, выход. Смотри, здесь прихожие. Кстати, очень много квартир, которые мы видели, практически все. У них нет прихожей. Сразу дверь, да, и в комнату. Ага. Здесь вот такая прихожая. Народ спрашивает. Ландри-рум. И сушильная машина у них, да, здесь. Отлично. Нагреватель воды. Тоже такая не супер маленькое место есть, даже, да, для полочек. Большой, да. Там и что-то поставить, пылесос такой, да, все. Кондиционер, нагреватель, машинки, все здесь находится. Даже одну. Да, есть. Да, в общем, вот это вход. Здесь можно пройти сразу в ванную, в туалет. То есть вход с двух сторон здесь. Вот, посмотрите, вот, получается. Здесь вход будет для гостей. Да, как бы гостевой вход. А там спальня. Вот она, спальня. Да, мне тоже очень нравится. Из всех вариантов, особенно что мы смотрели, самый хороший вариант. Да, да. Вот еще налог на окна. Понятно, что здесь же школа, и все, мы же еще, я читал эти все налоги. Да, а вам надо налоги? Да. Так, рассказываем, что, какие налоги, куда платим. Рассказываем, что здесь совершенно бюджетный вариант в плане земли. Приходится платить немного выше налогов, потому что здесь находятся гольф-поля, здесь школы. И ты, когда здесь проживаешь, ты за это все в налогах, да, платишь. Правильно. Сколько здесь налог? Давайте я расскажу сейчас про цифры, как раз таки. То есть, значит, опять-таки, это одна спальня, один санузел. Значит, размер этого конда 816 квадратных фут, что есть 76 квадратных метров. Угу. Налог 1431. За год. Нормальный, кто не нормальный. Знает, да, кто не знает, у нас налог указывается всегда за год. То есть в год 1431. HOA здесь 334. Да, такой не маленький, даже чуть побольше. Не маленький, опять-таки, а 317 здесь security на воротах. Да. И security, естественно, кто-то злой платит. Естественно, это платит. Никого не пускает. Он отрабатывает свои деньги. Да. Он очень хорошо мариновал нас достаточно долго, чтобы понять, кто мы, зачем мы сюда едем и так далее. И меня тоже он маринует до сих пор. Не может поверить, да, что вы оунеры уже. Мне надо здесь от менеджмента управляющей компании получить наклейку на машину, а так как сейчас были праздники, они мне ничего не выдали. И я каждый раз ему договор покупки показываю, что я здесь владелец, мы с ним ведем беседу достаточно долго. Сегодня насчет вас, что девушек надо пропустить. Ну, в общем, вы прошли. Ну, на самом деле, мы прыгнули в последний вагон уходящего поезда перед долгими такими каникулами, потому что мы закрылись в среду. А каникулы заканчиваются, у всех сейчас все заморожено, никто не работает, только в понедельник. Поэтому ребята не успели зарегистрироваться в менеджмент компании, они уже ушли на Рождество. Все случится завтра. Вот, дальше, значит, 332 это было HOA, естественно. Месяц.
в месяц. 334. Ну, естественно, сюда включено пользование бассейнами, фитнес-клубом, кортами, площадками, детскими корты, да? Корты, да, корты, да, баскетбольные, теннисные площадки. Озером вон рыбу мы видели, кто-то пошел ловить. Да, да, как минимум. Здесь газонов, здесь есть набережная, по которой гуляют, ее тоже облагораживают, это тоже очень важно. Это тоже все включено в HVA+, что немаловажно, это вода включена в HVA, мне не надо отдельно за это платить. Кстати, да. Оплачивать буду отдельно только за электричество и интернет. Это, кстати, важный пункт, что вода включена. Не везде так она включена. Не везде, да. Это достаточно редко. Ну вот, по-моему, все по цифрам. Все блага, да. Я посмотрела, если ребята в какой-то момент захотят купить себе что-то побольше. Естественно, это, я считаю, что это шикарный вариант для старта, для начала вашей жизни в Америке. Как инвестицию это можно будет, даже рекомендую оставить и просто сдавать. Сдача такого фонда будет в районе 1250. Угу. Да. Но сдавать не будем пока. Подождите, не останавливайтесь. Не останавливаю. Самое важное, это я приготовила... Такие welcome подарки. Ура! Это мой фирменный подарок Румба. Класс. Робот-пылесос. Надеюсь, у вас нет его еще. Я тебе прекрасно скажу. Я вчера ездил, смотрел, он будет у меня вот здесь во всю комнату практически. Вот. И мне это необходимая вещь. Это очень классная вещь, на самом деле. Я ее сама обожаю. У меня их два. Супер. Аж. Спасибо. Никаких пылесосов больше не нужно. И здесь мы разобьем сейчас бутылочку шампанского и бокальчик в подарок. Молодцы! Ура! Мы вас поздравляем! Все сбываются! Да. Не только у Газпрома. Да, ребята, вы смотрите это видео, конечно, сейчас. Если вы нас видите, значит, вы его смотрите. На самом деле, не бойтесь, покупка недвижимости в Америке – это не что-то страшное, вас здесь никто не съест, купить достаточно легко, найти что-то сложно, потому что, естественно, у каждого разные критерии, разные бюджеты, но, естественно, с хорошим агентом, который не ленится и всегда... Как Надя, как Надя. Так, еще дополнительно хочу Надю похвалить в том плане, что 24/7, мы с Надей на связи. Всегда на связи, я отправлял варианты Надю, мы постоянно коммуницируем, что тоже очень важно. Очень важно. Вообще не будут продолжать общаться. Наступила суббота, воскресенье, до свидания. Угу. Это правда, реакция. Это правда. У меня это нет правда. Ни выходных, ни ночей. И мне эта вся история, я приехал в Москву, когда работал там в таком же режиме, в принципе, с понедельника по воскресенье, если есть заказы или что-то, со мной всегда связываются. И тут я вижу зеркальное отображение, что очень круто. Спасибо тебе. И это редкость, спасибо, давайте скажем. Да. Спасибо, да. Я очень рада, естественно. Для меня мои клиенты на первом месте, потом уже сон или праздники и так далее. То есть, если есть возможность что-то посмотреть или ты это потеряешь, естественно, ну, я всегда 24/7 на связи. Конечно же, все познается сравнением. Попробуйте, да, если вы хотите каких-то риэлторов. Но... Нет, ну, у нас много хороших риэлторов, я ничего не могу сказать. Ну ладно. Но от некоторых риэлторов переходят именно к Наде, потому что она всегда на связи и всегда вам рада помочь. Спасибо. Вот такие случаи мы точно знаем. Ну, спасибо. В общем, ребята, да, смотрите видео, спрашивайте, если есть какие-то вопросы, мы будем рады на них ответить. Мы будем снимать больше для вас, выставлять любой недвижимости, и таунхаусы, и дома, и кондо. Но вот сегодня я не смогла не показать моего покупателя, кто стал моим другом тоже. Мы сейчас идем... Я не могу не согласиться, я отказываюсь. Мы сейчас идем в ресторан отмечать. Михаил приглашает. Спасибо. Так что до следующих встреч. Пишите, связывайтесь с Юлей, если есть у вас вопросы. Она нас свяжет, и будем дальше показывать вам новые проекты. Пока. Всем пока. Да, я вот хочу посмотреть, что внутри здесь. Так. Не новое? Да почти новое, чего не новое? Ну, ты знаешь, вообще нормально. Не-не, вообще абсолютно как новое.
этот самый? Может быть, но он новый прям. Вот холодильник прям новый, да? Да. Ну, такой вот. Что там? Ку-ку. Мышка. О, но уже есть. Самое главное есть, в принципе, да. Ага. Не, все вообще, в принципе, как новое. А может быть и новое. И плита вообще нам очень понравилась. И это, знаете ли, гранит. Да, не да, просто да. Так. Мы смотрели варианты, думали вообще убитую взять. Потому что мы и сделать ремонт, да? Да, все это обновить сами, может, своими силами. Но потом мы смотрим убитые по какому ценнику. И потом еще сколько туда нужно. А нужно вложить много, здесь это все стоит денег. Тут даже элементарный вот этот датчик на кондиционер, который я сейчас смотрел, который будет экономить электроэнергию. Его поменять, мне цену сказали $130. Да, это да. За работу. Да, он отдельно стоит за 170. Я нашел такой достаточно красивый. Это кругленький? Да, кругленький. Это только вот эту финтифлюшку, да? Сколько еще всего надо, извините, вот это все сделать. Тут лучше датчик я своими руками все-таки Не, отлично, я считаю, очень вам повезло и классно, да, только вышел. Вы успели поймать этот момент. Потому что нам риэлтор говорит, у меня на следующий день 2 просмотра. Я говорю, знаете, нет никаких просмотров, давай дадим хорошую цену, офер и все, да. И, конечно, вид на миллион. Вид классный, вообще супер. Ее из-за этого и потом в будущем, если когда-то легко будет продать из-за этого вида. Или сдать тоже хорошо. За вид всегда в цене прибавляют при сдаче. Ну, в общем-то, как и при покупке. Смотрите, как тихо, спокойно. Вот здесь вот люди прогуливаются. А, вот она баскетбольная, да, площадочка такая, баскетбольное кольцо. Не, наверняка тут еще другие есть. Ну, да. Ну, вон там он гуляет, я вижу. Ну, так тихо, хорошо. Да, то, что мы смотрели, посмотрите предыдущие, пожалуйста, у нас видео, где мы в одном видео... сняли 3 квартиры, которые мы показывали за 90, 100 и 120 где-то тысяч. Но это совершенно другая история. Здесь все на порядок круче. Так куда мы смотрим? На меня не надо смотреть. Цены нормальные, жизнь. Даунтаун, здесь прям ресторанчик тоже, они травы среди ресторана, а здесь у них прям пешком, вот здесь вот, где комьюнити заканчивается, здесь шикарный ресторан, стираться, кибар хороший. Да, он реально хороший. Да, наверное, говорите, гамбургеры там вкусные. Как раз ура! Ура! Поздравляем! Спасибо. Поздравляем!